Как повысить качество и прозрачность работы социально ориентированных некоммерческих организаций? Об этом сегодня говорили за круглым столом в торгово-промышленной палате. Федерации разных видов спорта, союзы художников, театральных деятелей, композиторов, ассоциации стоматологов, молодых предпринимателей, студенческие объединения. Иными словами, некоммерческие организации, сокращенно НКО. С 2011 по 2014 годы в Чувашии на их поддержку из бюджетов разных уровней выделено порядка 43 миллионов рублей. В 2013 году мы получили субсидию под свой проект «С компьютером на ты», в котором мы поставили целями и задачами обучение ветеранов, пенсионеров и войны, и труда, и правоохранительных органов, и вооруженных сил, с категориями которых мы работаем, обучить компьютерной грамотности. Благодаря полученной субсидии мы оснастили один компьютерный класс. Интересных идей много, но получить поддержку на республиканском уровне не так просто. Оформить документы в разы сложнее, чем, к примеру, на президентские гранты. В преддверии новых конкурсов участники круглого стола разобрали, как грамотно оформить заявку, какие социальные направления сейчас в приоритете.